Ты чё хотел? Он за мной бежит! А, капец! Чё с тобой происходит? Чё реально с тобой происходит, мужик? Бом! Всё нахрен! Всем привет, ребятки, добро пожаловать! Сегодня у нас будет очень интересная и необычная игра под названием Dude Simulator. Либо же симулятор крутого чувака. Короче, много кто просил данную игру. Ну, примерно так, человек 10, наверное, писал мне поиграть в Dude Simulator. Ну и, в принципе, погнали, поиграем в Dude Simulator. Так, окей, ребятки, мы начали, значит, у нас, я уже вижу, это как по типу GTA, что-то такое, очень напоминает, потому что, смотри, ну, только от первого лица, конечно же, не от третьего. У нас тут есть жизни, какие-то звездочки, какие-то баксы, потом овер, что-то 9000, не знаю, что это такое, но, ладно, окей, что мы вообще можем делать? И я, конечно, хз, но... Твою мать, это кто? Офигеть, это подушка-пердушка, смотри, раз, два, три. Прикольно. Кстати, вот расположение компьютера точно такое же, как и у меня. Вот тут точно так же стоит вот компьютер, точно так же мышь с клавой. Ну, окей. Прикольно. В смысле, я кликаю? Он рыгает, пердит, ни хрена. Чё реально делать, подожди. Это что, пивас? Да ё-моё, что-нибудь возьми уже. Это что, сохранение? Так, это... Это сохранение, я тебя понял, подожди. Подожди, а как осматривать предметы? Клёво. А, вау. Чувак. Какой-то... Ходит... прикольненько. Ладно, окей, разберемся мы с этим всем делом. Подожди, значит, компьютер можно также включить? А, не. Ладно, окей, мы бегаем. Мы бегать умеем, окей. Стул, йоху, смотри, уже симулятор стула такой угарный. Кстати, мы можем спокойно забраться куда-нибудь. Смотри, вот, к примеру. Вау, я на чердаке, клево. На чердаке, оказывается, ничего нет у нас. Ладно, окей. Чё у нас тут? Кофе... Да хватит пукать уже, алё. Смотри, я кликаю, и на каждый предмет свой звук. Прикольненько. Ладно, окей. Ну, знаешь, как обычный симулятор такой, симулятор человека. Реально, пока симулятор человека, больше ничего особого. Да ё-моё, хватит уже так делать, главный герой. Ты что скушал? И рыгает, и пьет, и что-то еще делает. Так, окей, у нас есть машина, там я увижу, ходят люди. Давай-ка посмотрим, что у нас там. Так, окей, все вроде спокойно. Да, хороший сегодня день. Я тоже соглашусь, но только хватит этот звук уже издавать. Ржачный, окей. Ну что, я хочу, например, кликнуть. Он издает этот звук. Так, о! Клёво. О, блин, куда ты поехал? Подожди, стой. Ну давай поедем, окей, куда-нибудь. Куда ты отправишься? Ну давай только... Давай, блин, давай. Давай вот так всех будем сейчас шмалять, ю-ху. Реально угар. Реально угар, ребятки. Спасибо, что советуете такие игры. Реально, просто офигенно. Так, ну чё, погнали. Чё это летит? Самолет уже за нами выехал? А, не, это птицы. Окей. Блин, ну капецка. Смотри, мы реально заезжаем куда-то. Вообще по жести. Так, стой. О, куда это? Давай, дави всех, дави всех. Сейчас мы этот симулятор превратим в очень крутой злобный симулятор. Подожди, подожди. Куда мы едем? Посторонитесь, ребятки. Сейчас мы... Так, я что-то хочу кафе... К бургерной? Стой, к бургерной давай. Давай к бургерной. Бургер, стой, все, бум, все, я приехал. Так, подожди. Ну блин, выйди. Все, вышли мы из машины, подожди. Вау. Смотри, оп, вот так, прикольно. Подожди, что? Хайдут.
заржал. Я бы тоже заржал вон на твоем месте. Твою мать! Что происходит? Что реально происходит? Я не знаю почему. Ладно, окей. Давай. Заходи в кафешку, мать твою. Открывай, что будем заказывать? Что так пусто? Ну ладно. Ну что, за ребенка играем почему-то? Как будто, смотри, какой-то вот тут кассовый аппарат так высоко стоит, это вообще очень непонятно. Я, знаешь, когда приходили в Макдональдс либо в Бургер Кинг, вот, о, и ты такой стоял маленький, мама, пожалуйста, купи мне вот этот бургер. Реально угар. Окей. Так, чё тут у нас, смотри. Блин, я думал, мы паркуристы, а нихера подобного. Ладно. Окей, чё у нас тут? Окей. Ладно, давай, в принципе, сядем, все. Так, стой. Подожди, давай вперед. Куда нас вывезут? Так, да. Подожди, давай сюда. Давай реально сюда поедем. Так. Полиция, департамент. Так, вот это нахрен нам не надо, стой. Реально. Твою мать меня занесло. Твою мать меня реально занесло. Что мне делать? Что мне делать, ребятки? Я рядом с полицейским участком, меня занесло. Авария у нас, ребятки, окей. Погоди, а где я должен тачку найти? Клево, что вы тут все? Вы что, пьяные? Не знаю, ладно. Подожди, чё за полицейский департамент? О, тут чё, сокамерники? Блин, я думал, тут пусто будет. Дуда-симуляторы. Всё, мы нафиг вберём... Не, ну чё, мы не такие глупые, чтобы сюда как бы, ну, заходить в камеру. Окей. И сажать самого себя. Окей, ну как бы, знаешь, обычный городок. Нам надо реально разобраться, что тут нужно делать. Так, чё у нас... О, это что? Это деньги? Нет, наш главный герой говорит, что нет. Окей, давай пойдем сюда. Не, короче, непонятно. Подожди, что тут просто пустые комнаты? Не, ну ребят, ну могли бы что-нибудь добавить? О, вот это уже интересно. Тубзик, 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 тубзик. Что у нас тут? Не, короче, непонятно. Ладно. Погоди. Ау, ну что делать с нашей машиной? Нас занесло вообще просто в корень. Подожди, чё, подожди, стой, куда ты? А, твою мать! А, вот это мы... Я тебя запугаю! Чё, мать твою, сдохли, что ли? Так, давай. За ним бежать. Реально, посмотри, какой он реально угарный. Реально, игра очень угарная, просто... А, давай! Чё, подожди? Я его останавливаю, давай. Ты чё, мать, он за мной бежит! А, капец! Кто-то недоволен этим. Так, все, подожди, стой. Где машину реально ты... Блин, капец, он реально за мной тащится. Подожди, давай к машине, я вижу вот там... очень классную тачку, вот смотри, даже покруче, наверное, чем наша, вот, какой-то грузовичок, возможно. Блин, ну он реально за мной бежит, да что ты такое будешь делать, реально? Садись, все нафиг. Иди нафиг, реально, либо я тебя задавлю. Так, подожди, стой. Давай, твою мать, да что ты меня все заносит? Смотри. Реально. Что с тобой происходит? Что реально с тобой происходит, мужик? Что реально? Реально, что делать? Так, идите нахер. Подожди, стой. О, да неужели альтернатива нашей машины нашлась? Ну погоди, я возьму гоночный кар. Я же не буду вот эту брать свою. Так, да иди ты в попу. Бум, все нахрен. Сейчас будем гонять, давай. Опа! Клевая, реально клевая тема. Я помню, вот, о, твою мать, пожалуйста, ну такой хороший спорткар, ну, а, мы его можем перевернуть, а я себе альта, куда ты, стой, машина сама, подожди, ну, да,
Подожди, стой, да куда ты без меня? Вот, вот это уже по-нашему. Так, короче, знаешь, я в последней игре, вот именно в онлайн игре, ну это не онлайн игра, это чисто такой симулятор жизни угарный, но я тебе скажу, что я так угорал, наверное, в Портале с Пашей. Реально мы там жестко угорали, точно так же. Окей. Погнали, сейчас будем всех сбивать. Где, что с них бабло падает? Или как, подожди. Смотри, я... Подожди, мы можем дрифтить. А, вы живые, а кто-то не живой, вот, например. Опа! Подожди, стой. Не заносись так. Не заносись так, реально. Подожди. Так, сейчас... О, вход договор! Ну все нахер, приехали, стой. Стой, выйди, выйди, выйди. Выйди, алло. Главный герой, чё с тобой? Так, машина, не смей без меня уезжать. Я в хот-договый, по-быстрому. Все, сходили в хот-договый, погнали дальше. Погнали дальше. Подожди, а это что? Офис, офис, подожди. Стой, все, сейчас мы в офис зайдем. Эй, чё тут ничего нету? Ты прикалываешься? А, не, подожди, тут чё-то... Не, так, я думал, это что-то лежит. Осмотр квартир. Чё у вас тут реально? Прикольно. Тут ничего нет. Давай сюда. Так, окей, чё у нас тут? Пока ничего интересного, тут тоже ничего не... Погоди, стой. Это все, это последний этаж? Да ну тебя нахрен. Как тут выпрыгнуть? Окей, давай, опа, давай сейчас. Потихоньку. Давай сейчас вот, вот сюда. Так, ну все, садись в тачку. Так, погоди. Я видел на скриншотах данной игры, что тут, ну, мы из ружья как бы должны стрелять, окей. Где, мать твою, ружье взять? Стой, подожди. То есть, игрушки, но там ничего нет. Подожди, а это что? Подожди, стой, назад сдавай. Подожди, вот так давай. Сейчас, да. Чё ты ходишь? Нафиг. Подожди. Ну, ёб твою мать, опять меня занесло. Ну, что ты будешь делать с этой машиной? Почему тут тебя так реально заносит? Ну, все нафиг. Придется искать альтернативу. Кроссбери чего? А, кроссбери стор. А, то есть мебельный, либо что-то какой-то магазин обычный. О, еда, еда. О, шикарно. Прикольно, прикольно, давай. Ну все, тут ничего у нас нету, интересно. Подожди. Че, давай грузовичок вот этот поприкол. Че, можно коры? О, вот и наш главный герой. Ну давай, го на корзине будем. Давай на корзине будем. Подожди, давай вода. Опа! Давай полетели нахер. Реально угар. Реально жесткий угар. Просто. Ну ты че? Ну че ты? Вот это, вот смотри, вот это не с локации. А что мне делать? Ладно, окей. Давай возьмем какой-нибудь... Во, вот это мне нравится, красненькая, смотри, тачуля такая. Сейчас как раз она прямиком направлена в бар. Давай подъедем, посмотрим, что у нас там. Йоху! Так, стоп, там что-то в баре реально есть. Так, машина, стой, тебе в бар нельзя. Стой тут. Куда ты пошел в бар? Окей. Бургерная кафешка пивная. Так, давай. Опа, прикольно. Ладно, окей. Ну, в принципе, тут все ясно. С этим. Давай попробуем. Ну, как-нибудь проехаться до какого-нибудь магазина, только. Так, сейчас. Главное тут не разгоняться так сильно, это знаешь. Ты тут нахрен можешь так навернуться. О, давай врежемся! Блин, я думал, это можно сдвинуть, а нифига подобного. Ой, у нас жизни. Если что, нам врезаться лучше не стоит. Стой, назад. Да, твою мать. Ну давай, выйди. Стой, ну. Да ты прикалываешься, мне что, еще альтернативу машины искать? Ну, ё-моё. Ну, это нечестно. Ой, твою мать. А, он взбесился, тихо. Реально прикольно. Смотри, бежит за мной, гад. Реально бежит за мной. Подожди, стой.
Ну мы тут были. А где нам искать? Стой, мне. Как мне его обмануть? Он что, будет за мной бесконечно так бежать? Ну алло. Ладно, вижу тачку, фиолетовую, красивенькую. Маник такой, не знаю. Ну, то есть это грузовик, окей. Неважно даже, окей, погнали. Хватит за мной бежать, мать твою! Ну хватит уже. Реально переворачивается. И чё, ты бьёшь машину? Помер там, что ли? Ладно. Всё, бей машину свою, я ухожу. Реально, так, окей, вода. Прикольная тема. О! Да ты чё, у меня рука появилась, ребятки, с помощью нажатия пробел у меня рука появилась. Давай. Давай один на один, мать твою. Давай. Вот твой. Я тебя отлистаю. Давай я тебя отхлистаю. Давай, подожди. Твою мать, он меня убил. Ну, охренительно. Короче, лучше с ними не драться. Но либо же найти альтернативу по типу дробовика, что такое. Потому что я видел на... как бы... на картинках дробаш. Окей. Так, надо запомнить, рядом с этой вышкой наш дом. Ну, окей. Ребятки, значит, я попробую разобраться с игрой. В плане некоторых вещей тут. И мы попробуем что-нибудь да тут сделать прикольного. Так что, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.